Политехнический университет войны имени маршала Советского Союза Митфилча Устинова сегодня открыл двери для тех, кто для себя решил жить здорово, жить и учиться на отлично, не опаздывать на занятия. Вы как-то со всем этим не согласны? Тогда какую-то реакцию хоть дайте. Это понятно. Попробуем еще раз. Итак, открытые двери в этом здании, в Эльмихе, для тех, кто решил на занятия не опаздывать, учиться на отлично, через 5 лет получить диплом об окончании военмеха. Ну, дай бог, чтобы это все свершилось, потому что скажу сразу, что военмех уже на протяжении нескольких лет находится на первом месте по отчислению студентов. Да? Помните, что это все зависит от вас. И мне думается, что будет правильно, и вы со мной все согласитесь, что начнем мы сегодняшнюю нашу с вами встречу по случаю наступления нового учебного года в военмехе, который лучше всех, который дает базовые знания для того, чтобы можно было гордиться не только дипломом, но и тем, что сотворили выпускники военмеха. Повторюсь еще раз, вот вчера было 315 лет музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Кто-нибудь был в нем когда-нибудь? Ну, поднимите руки, кто был в нем. Вот, да. Двор, представляете, сколько там техники? Да? Так вот, 34 экспоната – это выпускники военмеха. Представляете? За вами 35-й экспонат. Да? Мне думается, что будет правильно, если сейчас нас вдохновило и поставило на правильный путь именно музыка, которой мы гордимся, когда ее слышим. Мы радуемся за то, что наши спортсмены поднимаются на первую ступень пьедестала почета, и наш флаг страны взмывает кверху. Вот, чтобы вы немножечко так для себя почувствовали необъятную нашу матушку Русь, в первые минуты пребывания вас здесь, в Эльмихе, прозвучит гимн нашей страны.